Опять возвращаемся к нашему горшку. Вот еще один способ добиться нужного цвета. Это, опять же, пресловутый обычный палец. Значит, что делает новичок? Новичок стремится сразу добиться нужного цвета. И это очень невыгодно звучит, потому что следующий цвет он на этот уже не положит. То есть очень трудно будет справиться. Как это нужно делать? Количество краски должно быть на холсте. Я люблю повторять, как количество макияжа на лице у очень приличной девушки. То есть мы постепенно втираем туда краску. И добиваемся постепенно нужного цвета. Значит, очень часто новичок не обращает внимания на движение рук художника. Значит, посмотрите, пожалуйста. Значит, я распределил краску до того момента, когда количество краски на холсте стало приличным. Приличным. Посмотрел на палец. Он у меня стал грязным. Я его вытер. И дораспределил. И лишнюю краску вытер. Дораспределил. Лишнюю вытер. И это делают до тех пор, пока количество краски на холсте уменьшится до макияжа в дневное время суток. И опять. И посмотрите, как постепенно меняется цвет горшка. Значит, помним о том, что горшок — это у нас тоже круглый предмет. Помним о том, что свет у нас падает отсюда. Значит, самое светлое место, соответственно, у нас в месте падения освещенности. Все остальное, вот нам подкладка, темная подкладка пригодилась. И у нас, само собой, горшок начинает скругляться. Значит, я кладу открытый красный кадмий светлый. Следует сказать, что круглые предметы любят штриховку по форме. То есть вот я положил цвет, например, вложил краску сюда и отштриховал по форме предмета. Заметьте, после каждого прикосновения я вытираю палец. Можно воспользоваться кистью. Значит, те места, с которыми не справляется палец, которые слишком тонки, кистью подвести. Тоже обратите внимание, кисть лежит на холсте. Не стоит, а лежит. И пальчиком помог. Горшок туда закругляется. То есть совершенно не важно, что у нас листва будет и закроет это закругление. Мы должны знать о том, что круглый предмет имеет наверху эллипс. Эллипс имеет свою эллипсовидность в зависимости от угла, под которым мы на этот предмет смотрим. Значит, если мы смотрим сильно сверху, значит, эллипс у нас будет более открыт. Да? Если мы смотрим под углом, смотрите, я не боюсь даже испортить, потому что я в любой момент могу поправить то, что я накалякал. Если мы смотрим более полого, то и эллипс у нас более пологий.
трава в своей глубине имеет какую-то темность. И какие-то направления. Ну вот этот фруктик на дальнем планчике, он спрятался, а мы его опять достали. Пускай он закроется травой, но он там будет симпатично лежать. Вот можно поставить блячок на верхние апельсинки. Это такой желтенький разбел. Это не чистые белила. Боже вас упаси от чистых белил. Смотрите, как звучат чистые белила. А вот как звучит разбел. Ну, очевидна разница. Здесь можно немножко прикраснить. Более в тень ушло. Прикраснить. Ну и в итоге очень рекомендую совладать с мастихином для того, чтобы ускорить процесс. Смотрите, как мастихин одним движением решает все наши затруднительные вопросы. Палец оставляет блики темности и неоднозначности поверхности кувшина этого. А мастихин делает свое дело, с плотностью краски работает. Далее. Используем чистый изумрудный. Кадмий желтый. И получаем нарядность листвы. Значит, смотрите. Тоже я вот очень часто наблюдаю за тем, как новички мешают краску. Это что-то вот такое. Этого у вас не должно быть. Вы должны вытягивать цвет для того, чтобы видеть, что вы намешали. Растяжка цветовая. И растянули. Перемешали. И растянули. Посмотрели, что у вас в итоге получился за цвет. Собрали в кучку. Например, отодвинули немножко. Сделали разбел этого зеленого. Растянули. Положили рядом с прежде намешанной краской. Увидели разницу, что у вас, какой краской вы будете работать на холсте в дальнейшем. Присобрали в удобную для вас консистенцию и в удобную для вас форму сложили. Кому-то это горочка, кому-то колбаска, кому-то там еще что-то. И начинаем набрасывать вот эту листву, которая торчит из горшка. Что в пользу такого намеса? Что в пользу более светлого? Может быть, сразу формирую какие-то листики. Что в пользу темного? Значит, в темном цвете у нас уже участвует желтый и голубая ФЦ. То есть смотрите, как сразу отличается цветовая гамма.